Всем привет! Уже у меня влог начинается с вечера, ребятки. У меня здесь пицца. Готовится. Сегодня мы готовим пиццу. А здесь размораживаю фарш. Вот. В общем, что хотела сказать, ребят. Ездили мы сегодня в город. Хотела купить пенал себе, у меня в туалет, вот в новую квартиру. Кстати, у меня есть новые подписчики. И кто не знает, мы вот-вот скоро переезжаем, да? Живем пока в служебной квартире. Так вот, хотела купить себе пенал в туалет, да? Ну, под всякие такие принадлежности, туалетную бумагу, химию, да, какую-то. Ну, можно, да, что-то купить, но такого какого-то выбора, чтобы вот было прям к душе, я ничего такого не увидела. И мы решили завтра с Сашей, завтра воскресенье, завтра хотим съездить в Кемерово. В Леруа Мерлен съездим. Хочу посмотреть себе уже туда, к себе в комнату. Ну, то есть зал у нас будет. Шторы какие-нибудь, портьеры, скорее всего. Ну, не знаю, что-нибудь выберу, может быть. Ну, и у нас хорошая новость. Кто за нас держал кулачки? Это Светлана. Светочка, вам привет. И как вы сказали, я, говорит, верю, что все продадите. Так вот, на самом деле мы продали вчера еще и свою кровать. Представляете, смотрите, как мы спим. Это здесь Гоша прыгал, уже скакал. В общем, съездила вчера к маме, взяли коврики и вот постелили коврики и, в общем, матрас положили. В общем, вот так мы будем пока жить. Ближайшие 2-3 недели, надеюсь, да? Вот. Так что, ну, в общем, продали здорово. Я не ожидала, приехали люди и за 5000 они у нас ее забрали. Вот. В общем, хочу сейчас, я говорю, посмотреть этот пенал. Ну, а кровать мы уже двухспальную будем покупать, уже, наверное, когда переедем, чтобы сразу, знаете, с магазина и сразу туда в квартиру и забрать ее. Потому что сейчас смысла нету ее сюда покупать, скручивать, да, ну, уже как-нибудь перебьемся, не зима на улице, чтобы на полу-то матрас толстый, в принципе. Вот. Ну, еще, кстати, заехали в Glory Jeans и купили Ване рубашки. Рубашки очень хорошо оценили. Сейчас покажу вам. Сейчас вот сюда положу. Школьные рубашки. Это такая голубоватая. А и та чисто белая. Их оценили вообще прям, чтобы не купить, называют, свежие рубашечки. У них сейчас цена 249 999 стоили. Вот XL и беленькая то же самое по цене. Угу. Также 249 рублей. В общем, две свеженьких рубашечки взяли. Вот. Пускай будут. Ну, здесь мы с Гошей сегодня спали. А Саша здесь на полу. Что-то Гоша вчера всю ночь крутился и вертелся. И я, в общем, с ним спала. Вот так, ребятки. В общем, живем мы теперь как на вокзале, называется. Вот. Надо одеяло снять. Вчера одеяло постирала, так висит еще. Вот так. Сегодня у нас, ну, прохладно на улице, но солнышко было весь день. Хотя бы уже без дождя, уже хорошо. Вот, так что вот так. Ну что, у меня жарятся котлетки. Опять же, повторюсь, делаю их в виде, ну, тефтелей, да, похожие, потому что, ну, Гоше нравится только круглые, опять же таки. Вот, так что приходится. Обжариваю. Здесь уже заготовочки сделала. Делаю их в манке. В манке обволакиваю. Ну, обваливаю, или как правильно, да. И в общем-то, вот так. Вот пицца. Пицца у меня вот такая получилась. Ну, это грибы, это они сами все черные грибы, так что кажется, что догорелые нет. Но вкусная получилась, нормальная. Вот. Так что жарю с вечера котлет, потому что завтра поедем в Кемерово, чтобы детям было что покушать. А утром встану, быстро макароны отварю и
В принципе, все. Сейчас еще котлеты пожарю, наверное, поставлю компот, пускай варится на завтра. Ну, в общем-то, как-то вот так решила, чтобы уже и сами приедем было, что покушать дома, чтобы не было такого. Уехали, дети голодные остались. Ну Вот. что, я дожариваю котлетки, одна осталась тут дожарить. В общем, получилось вот столечко у меня. И здесь сейчас поставлю компот. Здесь у меня ранетки, черная смородина и брусника. Сейчас водичку налью, добавлю еще варенье у меня есть вместо сахара. И будет у нас такой вкусный компот. Так, здесь нужно сейчас будет помыть посудку. И все, вот тебе котлетки и готово на сегодня. Всем доброе утро, мы поехали. Как я уже говорила вчера, в Кемерово. Поедем, посмотрим, что-нибудь повыбираем. Ну, а конкретно я уже говорила, что мне надо пенал в ванную комнату. Ну, то есть я его буду в туалетную комнату ставить, потому что в ванне у меня будет места мало для всякой химии, знаете. Вот. Ну, и, наверное, может быть, посмотрю шторы, если что-то выберу. Кукурузки взять. Смотрите, какая уже хорошая. Ее уже убирают тут трактора. Оп ты, наверное, мы не одни такие. Тоже классная вещь. Это придется раковину убирать. Там зацепилось. Почему? Чтобы машинку в ванну поставить, раковину убрать, машинку и вот эту вот штуку сверху.
Вот что я имею в виду. Слушай, если бы он согласился машинку в вагу ставить. Нет, ну мы же еще не знаем, лезет она или нет. Я имею что в виду. Мы уже дома приехали домой. Сейчас покажу, что мы купили. Мы не купили пенал, как я уже, в принципе, хотела купить и ехала за пеналом, да, в ванную, точнее, в туалетную комнату. Но, в общем, мы передумали. Мы сначала будем панелями зашивать, да, стены, а потом уже будем делать, мы купили лоптик, Саша будет делать встроенный шкафчик мне, в общем, это будет и дешевле, и сделать то, что я хочу. Ну все, сейчас буду показывать, что мы все-таки купили. А заехали, купили Маше значки. С Maybe Baby. Ей очень нравится, она очень довольная. Вот. Так, ну что, купила я себе такой половичок. Это у меня будет на кухню. Вот такой вот. Красивый. Мне нравится. Я давно что-то подобное хотела на кухне себе. Его встряхнул. Тут же, знаете, можно сложить его в машинку, закинуть, выстирать. Всегда чистенько, всегда свежо будет. Ну, по-моему, он стоит 790 рублей. Вот такой вот он. Не знаю, мне нравится. Сейчас покажу, какие... Это я на кухню уже. В новую квартиру, как вы уже понимаете, да? Смотрите. Купили обои. Что, развернуть, да, наверное? Как ты их потом можешь сводить? Ну что, аккуратненько. Потом мешок целовать, этот мусорный одену. Все. Я хочу показать. И Маша еще не видела. Смотрите. Мешок оденем, да. И все. Опа. Обои 1600 за рулон. Купила два. Я думаю, что должно хватить. В общем, смотрите. Вот такие вот обои. Фрезелиновые. Кирпичиками. Кирпичиками, да. Видите, как раз под мой половичок. Будет вообще. А на окна я, наверное, буду. На окна я, наверное, буду покупать рулонные шторы. И шторки такие тканевые, наверное, вообще вешать не буду. Ну, пока это в моих планах так. Потом уже я могу, конечно, все переменить. Но пока так. Вот, ну, такие вот обои. Так, здорово будет смотреться так. Так, следующее. Купили мы шторы себе в комнату. Так, ну что, вот такие шторы у нас будут в зал к нам в комнату, да? В общем, они 2 метра шириной и 2,80 длина. Одна штора стоит... 200. Сейчас будем смотреть. Одна. Вторая. Шторы уже готовы, все. Пожалуйста, можно накручивать, ну, просто в такую трубу их пихать. Гардина можно на крючочке. Классные шторы, вообще обалденные. Вот такие. Цвет такой, как бирюза. Ой, ну шторы, конечно, шикарные. Такие плотненькие. Вот. Сейчас вторую проверим, чтобы все целенькое было. Так.
за две шторы 4200. Все, я считаю, что за готовые шторы за такую цену, ну, не так уж сильно и дорого. Конечно, не из дешевых, но и не дорого. На заказ гораздо дороже шить шторы, нежели вот что купили мы. И плюс к этому мы еще взяли обычный капрон белый, взяла я две штучки по 3 метра. То есть, чтобы хорошо было пространство, да, разделение ходить на балкон, можно было цельную взять, но мы решили 2 по 3 метра взять. Вот так у нас. Одна стоит 600 с чем-то рублей. Ну вот, вот так у нас получилось. Так, что у нас еще здесь? А, ну взяли клей и тут свекла, ну такая вот, знаете, вся. Лобзик. Лобзик, сейчас. А, это кукуруза, я вам показывала, да, мы останавливались немножко, взяли кукурузу. Так, лобзик. У нас где? Куда ты взял? Вот наш лобзик. Вот такой вот. С подсветкой он идет. Стоит 3600. Спилочка все еще запасная есть. Ну, еще и купили отдельно. В общем, будем конструировать всякие шкафчики встроенные. Ну, в общем, будем сами что-то мастерить. Вот. Ну и еще мы купили шапки. Сейчас будет холодно уже. Это моя шапочка. Такая вот. То есть в ней даже можно и зимой. Она такая двойная получается. Тепленькая. И Саша себе купил шапочку. Вот такую вот. 1200 шапочка стоит. Так что вот так. Вот такие вот у нас сегодня покупки, считаю, очень-очень хорошие. Мне напишите, как вам вообще шторы. Ну, конечно, так как бы камера не передаст, да, того вида и на ощупь ткани, а уже визуально потом посмотрите, все увидите. Вот. Так что вот так.